Да я тебе правду говорю, Арбовскин! Это новые технологии! Нет, Нупкин, ты меня не обманешь! Я тебе все равно не поверю! Нет, Арбовскин, я тебе это докажу! И ты сам во всем убедишься, когда ты узнаешь о том, о чем я... Оба-на! О, а что это тут происходит? Так, активируем микрофон. Нужно подслушать, о чем это они там балакают. Ладно, Нупкин, твоя взяла. Пошли к тебе, и ты покажешь. Да, что-то как-то не слишком интересно. Ладно, пошел я дальше. Я даже лайк поставлю за это. Все, пошли. Мне нужно поспешить к моему другу Ленчику. У меня какое-то спецзадание сегодня. Не понял? Опа-на. Ну, здрасте, приехали. Что ж, давненько я не ел жареную курочку. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Я говорю, нет, 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 нет. А я ж сказал да, зараза, стой. А, блинский блин, бежать нужно. А ну стой, проклятая курица. Хана тебе. Небесный суд. Лёнь, нас отсюда когда-нибудь выпустят или нет? Мы Бога должны были на один день заменить. В прошлом ролике подписчики поставили много лайков. Эй, ребят, ну давайте поменьше лайков тогда в этот раз. Все, я уже устал судить людей. Не понял. В смысле поменьше? У нас другие дела должны быть еще на земле. Нет, какие дела? Лайк ставьте, и симулятор Бога в Майнкрафте будет выходить еще чаще. Ты зараза такая, посмотри на него, а? Ой, здрасте! О, Пинки! Ты же был на секретном задании! Что? Какое секретное? А это твой агент, да? Курица-агент, который постоянно с камерой на башке бегает. Ах ты, зараза, тебе я поставлю -5, даже не дожидаясь, что ты там натворил. Так, я пошел на свое место. Давай, давай, прочитай, что там у него, что этот агент Пинки натворил. Не, сейчас мы его это, минусами закидаем. Этот агент Пинки точно должен полететь в ад. Тут пишут, что агент Пинки это секретный агент Лёни. Конечно же, здесь я поставлю минус. Хорошая курочка, хорошая, хорошая курочка. Спасибо, босс! Какая хорошая курочка, Леня, тут -5 должно было быть! Дебил, все испортил! Так, дальше пишут, что он подглядывает за Владусом и сдает всю инфу Лене. Это правда! Тут, конечно... Леня, ты там не офигел совсем, а? Так, и последнее... Угу, сейчас, секунду, угу... Пожертвовал 1 миллион перьев на благотворительность. Не, Лень, ну здесь однозначно +5, даже я с тобой согласен. Ты чё, придурочная шоколадка или чё? Ты нафига -5 тыкнул? Куда его отправляем? Лень, ну конечно в рай теперь, потому что у него было 2 плюса и 1 минус. Вот ты придурочный, а? В смысле? Ты зараза. Зачем минус влепил ему, а? Это ты ему влепил минус, пшел отсюда, вон нафиг, зараза такая. Вышел отсюда, а я сужу Пинки как нужно. Можно меня только не в ад, а то там горячо. Я стану жареной курицей, а этого я не хотел бы. Да можно, можно, Пинки, давай, иди уже в рай и это, больше не выпендривайся, чтоб ты больше здесь не появлялся и за мной не следил, ясно? Ясно. Все, давай, пшел вон. Так, следующий у нас... Ой, здравствуйте, а где это я? Любимая? Ты как сюда попала? Я не могу тебя судить. О-о-о, Лень, я смогу. Ну-ка посмотрим, что там у нее. Давай, читай. Ладно. Пишу, что она добрая и позитивная девчонка. Ой, спасибо за такой классный комплимент. +5, +5, +5. Дорогая, я сейчас все сделаю. Лень, ну ладно, здесь согласен, тут +5. Ну все, хватит уже, иди дальше читай. Че ты так, ну все, иди, я сказал. Надо поставить ей все плюсы. Она самая лучшая девочка на свете. Че там дальше читай, зараза такая. Так, она всегда... 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 Всегда любила Леню. Ну да, это правда. Чё за Леня? А я как же? Лень, ты придурок? Это ты, Леня? А, тёзка что ли? Вот так, да? Лень, она про тебя говорит, придурочная ты шоколадка. Тебя она любила, тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Придурки. Просто придурки. Я бы так-то +5 поставил, потому что, ну, тут ничего плохого. Но здесь вот прям вот за это -5 нафиг. Отстань!
Ладно, извиняюсь. Читай дальше, что там у нас. У нее один плюс, один минус. Куда ты плюс 5 поставил? Я уже поставил минус, так что не переживай. Она считает Владуса лучшим ютубером. Нет, Лёнь, это неправда. Лучший ютубер это ты. Спасибо. Лёнь, ну может хватит плюс 5 тыкать, а? Хватит. Стой, ты что делаешь? Ты самая лучшая женщина на свете. Лёнь, ты промахнулся, ты мимо портала её отправил. Ага, промазал. Кто у нас там следующий? О, Училкин! Привет! А, какими судьбами? А, ну все ясно. Я уже, кстати, начал понимать его потихоньку. Ну что там, Лёня, у него? Давай читай, сейчас мы его осудим. Я готов поставить ему на каждое минус 5. Господин! Как вы сюда попали? Да ну на! Чё, реально? Так, Лёнь, читай, что у него там, хватит с ним базарить. Я вот лично ничего не понял, что он там сказал. Ставь лайк, если тоже. Так, он учит детей в школе полезным вещам. Ну, тут однозначно. Всего лишь плюс один, Лёнь. Смело, смело. Лёнь, ну да, так мало. Ну, ладно, вообще я должен был ему всегда минусы ставить. Ладно, давай, читай, что дальше. Он, непонятно говорит. Ну за это точно ему минусок давай. Минус 5 поставим. Ну ё-моё. Ну чё вы, а? Блин, ты придурок, его что, действительно так зовут? Его зовут Училкин, а не вот этот твой Асас. Как? Училкин зовут его, дебил ты, блин. Давай дальше читай, что у него последнее. Любит поспать на уроке. Учитель не должен спать на уроке, поэтому минус 5. Лёнь! Ты чё, зараза такая? Так, слушай, чтобы ты не накосячил, давай, иди отсюда. Ну что же, ща мы с тобой разберемся. Нинеткой, давай. И пшёл он отсюда, зараза такая. Минус один. А следующий? Следующий у нас? Чока! Лёня? Это же мой младший братишка, как я должен его осудить? А ну-ка, прочитай Чока у него там, а? Он! Слушай, если ты действительно хочешь увидеть, как мы осудили шоколадку Чока, этот фрагмент будет у меня в телеграм-канале. Открываешь телеграм, пишешь в поиске Владус и находишь мой телеграм-канал. А если лень писать в поиске, я оставлю ссылку на него в описании. А мы переходим к следующему осужденному. А следующий у нас... Это бабка Хаги-Ваги, она всем кидает факи. Пшел вон. Сейчас я прочитаю, что там у него. Я милая игрушка, с которой дети засыпают в обнимку. А, ну если так, ну здесь, конечно, плюс... Ты думал, что, я тебе плюс 5 поставлю? Я же знаю, кто ты на самом деле-то, зараза такая. Минус 5. Лёнь, прочитай, что там дальше у него. Что-то я переборщил, да? Высоко я тебя подкинул немного, да? Сейчас. Нормально, нет, Владус, нормально. Сейчас прочитаю. Ну-ка, краем глазом. Он... Часто пропадает. В смысле часто пропадает? Ладно, наверное, я это поставлю тебе минус 5. Что значит часто? Теперь я понял, почему он часто пропадает. Так, Лёнь, кто следующий? Сейчас посмотрим. Блин, нет. Кто там? Лёнь, ты меня не пугай так. Нет, не может этого быть. Лёня, Лёнь! Опа! Здрасте всем. Муа! Зараза, что ли? Лёнь, вы знаешь ли? Влад. Не-не-не, подожди, не так сразу. Ребята, напишите в комментариях, как нам осудить эту медичку. Давайте, пишите, вы лучше знаете, что делать. Пишите, что я должна отправить в ад. Нет, Лёнь, не трожь. Ребята, пишите реально комментарий, а в следующем ролике вы узнаете, что же произойдет с медичкой. Не забывайте в телеграм заглянуть. Канал называется, собственно, Владус. Все очень просто. Заглядывайте в телеграм, смотрите предыдущую серию. Она вот здесь. Там было очень интересно, и там... Что делаешь сегодня вечером? Лёня, ты-ка, иди отсюда, пожалуйста. А мы увидимся в следующем ролике. Подпишись на канал, не забудь. Пока.